Киев не получит помощи от Международного валютного фонда, пока боевые действия на юго-востоке не прекратятся и обстановка в стране не стабилизируется. Об этом в интервью газете «Монд» заявила глава МВФ Кристина Лагард. Фактически она поставила ультиматум Порошенко. При этом Лагард признала, что эксперты фонда серьезно ошиблись в своих прогнозах, когда разрабатывали план помощи Киеву. В МВФ весной минувшего года исходили из того, что конфликт на Украине будет урегулирован уже к осени. А теперь, как отметила Лагард, очевидно, придется увеличивать и объемы, и сроки финансовой помощи Киеву. Но перед этим от украинских властей ждут полного прекращения огня. В ближайшие дни тысячи украинских военных могут оказаться в полном окружении. Армия ДНР завершает формирование котла вокруг Дебальцево. Здесь, по разным данным, сосредоточено от 5 до 10 тысяч украинских силовиков. Вырваться из окружения они могут пока одним лишь путем по трассе, ведущей в Артемовск. За нее идут бои, и прорваться без потерь практически невозможно. Впрочем, отступать украинские военные пока не собираются. Напротив, в будущий котел прибывают подкрепления легионеров-добровольцев. Ну, хоть и не столь многочисленные. Сражения продолжаются по всему периметру фронта. Верные Киеву подразделения продолжают бить по мирным кварталам.